Итак, народ, всем привет! С сегодняшнего дня на канале появится новый раздел, в котором будут записи голосов певчих птиц. Как вы сейчас слышите, у меня поет со мной здесь чиж. Для чего? Для того, чтобы вы могли воспользоваться уже ближе к осени, глубокой осени, для того, чтобы вы могли записать запись на мобильный телефон и использовать для ловли певчих птиц. То есть в этом разделе будут выкладываться непосредственно голоса птиц, которые у меня есть, для того, чтобы можно было на эти голоса по осени ловить других певчих птиц. Именно для этого создается этот раздел. Сегодня мы вышли, как вы слышите, с чижом на прослушку. Давайте послушаем, как он манит. Чиж у меня, в принципе, как манная птица, очень даже неплох. Если брать в плане певца, ну да, есть у него некоторые такие неплохие пения, когда, допустим, дома он с другими птицами поет, то он дает жару всем. Как он пел сегодня, как он манил, больше, наверное, сказать так, сегодня, давайте послушаем видео с вами дальше.
Thank you.
На этом, народ, все. Как-то так. Всем пока. Послушали, подышали свежим воздухом, послушали голоса других птиц. Сейчас слышно, где-то там поет иволга. Звуки природы, звуки леса. Одним словом, тоже какой-то отдых. Иногда очень даже полезно подышать свежим воздухом. Просто так и послушать пение другой птицы. Кому что непонятно, пишите в своих комментариях. Оставляйте комментарии под видео под этим. Однозначно сегодняшнее видео будет переконвертировано тоже и будет выпущено видео, другое видео в разделе CD пения этого чижа. Кому понравилось, ставим лайки. Кому не понравилось, ставим дизлайки. Абсолютно все равно, я не обижаюсь. Если кому что непонятно, еще раз пишите в комментариях. Если кто не сможет самостоятельно переконвертировать видео в аудио, вытащить файл, предложите какому-нибудь файлообменник, я буду туда загружать непосредственно формат MP3 уже голосов певчих птиц, которые вы сможете использовать в дальнейшем в своих ловлях певчих птиц или вообще для своих каких-то других целей. Все, всем пока, ставим лайки, комментируем, обязательно подписываемся на канал. Пока, продолжение видео с другими птицами, с другими моими птицами будет.